Короче, друзья, начинается в Махмутлара, самом сердце Махмутлара, новый, интересный, элитный проект на третьем линии, друзья. Скоро я вам все это покажу, расскажу. Действительно, очень интересно. Так что, друзья, с вами Асым, ваш человек в Турции. Пока не начали вот этот проект посмотреть, хочу изначально полезный, интересный. Новости с вами, друзья. Скоро мы будем 2 и 3 июля в Киеве будем, друзья. Из Киева, кто нас смотрит, друзья, мы готовы с вами встретиться индивидуально. Для этого что нужно? Вам нужно просто заранее записываться, друзья, для индивидуальной встречи. Вот это мой номер телефона, где есть Viber, WhatsApp и Telegram, друзья. Так что пишите, звоните заранее для индивидуальной встречи. Так что Киев готов? Не слышно. Киев готов? Я думаю, что готов. Буквально через 2 дней мы там, друзья. Итак, что мы будем смотреть сегодня? С вами будем смотреть, друзья, на котловане. На котловане новый красивый, хороший проект, который есть на продаже 1+1, 2+1, 3+1, 1+1, 55 квадратный метр, 2+1, 75, 110 и 150 квадратный метр, 3+1, друзья, есть очень выгодно, хороший шанс для вас, друзья, беспроцентная рассрочка, цена начинается от 53 тысяча евро и в 22 году, в сентябре, начинается стройка, и в 23 году заканчивается, друзья. Действительно, огромный большой балкон. Мы, турки, очень любим в балконе время проводить, друзья. Очень любим. Поэтому здесь балкон большой, друзья. И вид на море, вид на гору. Свежий, натуральный там воздух, друзья. Тихо, спокойное место. Еще, конечно, богатая инфраструктура. Есть открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, детская площадка. И есть баскетбольная площадка, огромный, большой сад тоже есть, друзья. Так что, короче, друзья, я вам хочу сказать, почему большинство людей покупают на стадии стройка на котловане. Цена 2-3 раза дорожает, как-то уже проект готов. Еще очень выгодно, что когда на стадии стройка покупаете, вы можете выбрать видовые квартиры. Вы можете даже планировку менять, друзья, если это вам нужно. Еще самое главное, я вам говорил, друзья, беспроцентная рассрочка. Еще в этом проекте, друзья, для вас хочу именно одна фишка есть. Хочу вот такую информацию вам давать. Это проект для турецкого гражданства подходит. Если вам нужна более подробная информация по поводу гражданства, как это можно получить, друзья, я готов для вас все информация рассказывать, друзья, через Viber, WhatsApp и Telegram. Давайте теперь поедем, посмотрим на место, которое где будет стройка. Итак, друзья, мы вместе с вами приехали в то место, где будет стройка, друзья. Между прочим, друзья, есть такая уникальная возможность у вас. Этот проект начинается строить в сентябре 2022 году и в 2023 году
заканчивая все, это что значит? Есть у вас такой шанс огромный, длинный, большая, беспросветная рассрочка, дорогие друзья, длинный, беспросветная рассрочка. Если вам интересно по поводу плана оплаты, мы можем с вами поделиться, друзья, как вам удобно, так можем все устроить, друзья. Всегда найдем вместе с вами общий язык. Действительно, друзья, посмотрите еще раз наружу, как красивая она. Давайте идем немножко посмотреть. Что-то посмотреть не знаю, пока ничего нету здесь. Итак, друзья, что мы сегодня с вами смотрели? Смотрели на третьем линии район Махмутлар, город Алания, друзья, на котловане, друзья. Котловане купить почему выгодно, друзья? Потому что есть в первую очередь очень доступная цена. И потом вы можете выбрать сразу видовые квартиры. Потом вы можете, если захотите, можете планировку менять. И самое главное, друзья, есть такой шанс беспросветная рассрочка. Как выглядит дом? Конечно, очень хорошо выглядит. Оператор, покажи, пожалуйста, еще раз. Потому что вид очень красивый. Наружу, посмотрите, угловой большой балкон. Вид на гору, вид на море, друзья. И, конечно, богатая инфраструктура, я вам говорил. Все, открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал. Все, все есть, друзья. Так что площадь тоже достаточно нормально, большая, 55 квадратных метров, 1 плюс 1, 75, 110, 150, вот такой идет планировка, 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, друзья. Так что именно вот в таком месте расположения будет, друзья, стройка. Если вам нужна какая-то дополнительная информация, друзья, мы готовы с вами поделиться нашим опытом, друзья, для консультации можете к нам обращаться. С вами был Асым, ваш человек в Турции. Всем удачи, друзья. Еще раз напоминаю, из Киева, кто нас смотрит, не забудьте, друзья, будем в Киеве для индивидуальной встречи. Пишите, звоните. Всем удачи. Пока-пока.